Gute Nacht im Zoo. Geschrieben von Katharina E. Volk und illustriert von Anastasia Halionka. Der Mond ist aufgegangen und leuchtet hoch oben über dem Zoo. Alle Zoobesucher sind nach Hause gegangen und auch in den Gehegen der Tiere wird es allmählich ruhig. Papagei Pippo will gerade seinen Schnabel ins Gefieder stecken, als er plötzlich etwas hört. Na, nanu, krächzt der Papagei. Da heult doch jemand. Was mag da nur los sein? Pippo reckt seine Flügel und fliegt los, um nachzusehen. Unten beim Eingang klimpert der Zoodirektor mit dem Schlüssel und schließt das große Tor ab. Dann läuft er gähnend zu seinem Häuschen und freut sich schon auf sein gemütliches Bett. Pippo подлетел к слоновнику и сел на ветку. «Это ты ревел?» – спросил он слона Тая. «Нет», – ответил Тая, – «но не мог бы ты почесать мне спину?» «Ладно», – согласился Пиппа и слетел на спину Тая. «Спасибо», – зевнул Тая. Но тут и он навострил уши. «Кто-то действительно все еще воет». «Я выясню, в чем дело», – пообещал Пиппа. Тогда Тая удобно устроился в песке, предвкушая добрые слоновьи сны. В загоне крокодила Фуда Пиппа присел на нагретый солнцем камень. «Это ты, что ли, плакал?» – спросил он. «Я никогда не плачу», – ответил Фуда. «А не знаешь ли ты какой-нибудь стишок на ночь?» Пиппа задумался, и тут его осенило. «Крокодилу не до сна, светит яркая луна. Что мне делать, попугай? Глазки крепче закрывай». «Хм, неплохой стишок», — хихикнул Фуда. Но тут и он услышал вой. «Я посмотрю, что там случилось», — сказал Пиппа. Фуда закрыл глаза, отплывая в свои крокодильи сны.